Свежий выпуск «Одинцовской недели» уже приехал в город из типографии. Обо всем по порядку. В парке культуры, спорта и отдыха открылся долгожданный каток. Первыми на лед вышли хоккейные команды «Армада» и сборная Министерства физической культуры и спорта Подмосковья. За два дня до 2024 года рассказываем, о чем мечтают россияне и как планируют провести праздничные каникулы. Без салютов, но с фестивалями. Более 400 мероприятий запланировано в Одинцовском округе на новогодние выходные. Русский дракон, Змей Горыныч. Что общего у сказочного персонажа с реальностью? Традиция у нас такая. Публичные персоны рассказали неделе о самых ярких встречах Нового года. О новогодних традициях мы решили узнать и у жителей округа. Нас привлекает Савва-Старожевский монастырь. Поэтому мы ради него сюда вот как бы и приезжаем всегда. И останавливаемся в санатории. Ко мне приезжает сын на каникулы. Он у меня учится в Нахимовском кадетском корпусе. И мы ездим по Подмосковью. Смотрим какие-то города, ну, смотрим какие-то истории. Ну, Москву в основном, конечно. Потому что очень красиво сейчас везде. Мы уезжаем в Суздаль всей семьей. Он объявлен годом 24-го как новогодней столицы. Ему исполняется 1000 лет. Мы поедем все туда отдыхать. В Чехов ездили на Новый год в этот город. И, в принципе, там было очень весело, потому что обычно дома с детьми, там, с семьей, а тут выехали в этот город, и там, в общем, нам понравилось больше. Как у всех принято в России? Семейный праздник? Собираться за столом, собираться под елкой, слушать президента? Обязательно стол накрытый, салат традиционный, блюдо шампанское обязательно, мандарины, да, этот запах. И вот очень такое воспоминание с детства, вот я помню орехи, фундук, это такой запах неповторимый, его сейчас нет совершенно. Мы подготовили эксклюзивное интервью с победителем Кубка России по фехтованию, звенигородской шпажисткой Татьяной Гудковой. Свежий номер «Одинцовской недели» можно взять на наших фирменных стойках, а электронную версию прочитать на сайте. Следующий выпуск газеты выйдет 12 января. С вами была Олеся Лукина. До встречи в новом году!